Севастополе возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Власти напоминают, диспансеризация полагается людям в возрасте от 18 до 39 лет один раз в 3 года, а с 40 лет проходить медосмотр можно ежегодно. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, взяв паспорт и полис УМС. Задача первого этапа – выявление признаков хронических недугов, факторов риска их развития, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета и болезней органов дыхания. По завершении определяется группа здоровья и проводится консультирование по здоровому образу жизни. В случае подозрения на наличие заболеваний человек направляется на второй этап с целью дополнительного обследования, уточнения диагноза и назначения лечения при необходимости, а также углубленного профилактического консультирования. Отмечается, что люди, перенесшие новую коронавирусную инфекцию с 2021 года, будут проходить углубленные осмотры.